Граунд! Сегодня мы со Светой и с Мариной будем определять количество подкожного жира у меня. Первый способ визуальный. Сейчас будем фотки смотреть и определять, к какому типу я отношусь. Вот моя фотка. 16-19. Вот этот жиробасик. Мне кажется, 13-15. А Марину ставку делаешь? 13-15. 13-15, хорошо. Все. Первым тестом мы закончили. Следующий тест, значит, калипометрия. Вот сюда видео вставлю. У меня была складка с толщиной 11 миллиметров, 11-12 миллиметров. Открываем картинку. Смотри, 11 миллиметров. Мужчины. 11 миллиметров. 10-11. 10-11 миллиметров. Возраст 26. Сколько процентов жира? 13,7. Ой, нет, 12,7. Самое интересное, это то, что... На анализаторе состава тела. Чуть-чуть попозже покажу вам, какие результаты. Снимаешь? Да. Привет, друзья! Сегодня у нас оператор Светлана снимает нас с Мариной, как мы тренируемся. Короче, делаем второй комплекс с Маринкой, а Свет у нас снимает. Только так. Это Versus Battle. Пошумим! Жим камеры лежа. Ну что, ребятки, пока темп держу. Вторая тренировка за день, шестая за неделю. Сейчас будет только. Вот. И после нее я вам покажу результаты анализатора состава тела. И мы с вами подведем итоги. Кто был точнее всех? Калипометр или девчонки? Ну что, друзья, кульминация. Смотрим результаты анализатора состава тела вместе с вами. Все это сделал я еще в среду. Итак, самые важные цифры. Содержание жира в процентов 13%. Мой вес на данный момент составляет 96,3 килограмма при росте 190 сантиметров. Вот как-то так, друзья. С вами был Иван Зиновьев. Канал 22 Бурки. Пока. До скоро. Я его переименую. До свидания.